Предмет сегодняшнего разговора – творчество Леонида Семеновича Мерзликина, алтайского поэта, который родился в 1935 году и ушел из жизни в 1995. Я держу в руках книжку, которую он издал на Алтае первый раз, вернувшись после учебы в Московском литературном институте. Пока учился, издал первую книжку «Купава». Это была вторая. Надо полагать, что такое вхождение Леонида Мерзликина в алтайскую литературу можно было назвать прямо триумфальным. Первая московская книжка, тут же вышла вторая книга. Он с головой погрузился в этот литературный процесс 60-х годов, который получил название литературного бума и продолжал существовать в нашей литературе вплоть до кончины. Это действительно один из самых крупных поэтов, которые видели наши места. В 60-е годы, когда, как я уже сказала, Мерзликин вошел в литературу Алтайского края, ну и вместе с этим в литературу России, конечно, мы часть ее, широко известны были два стихотворения Леонида Мартынова, два подсолнуха, «Подсолнух» и «Сон подсолнуха», в которых Мартынов воспевает красоту бунта, бунта такого романтического, да, и он связан с тем, что подсолнух покидает почву родного огорода, взвейся в небо осыпая с корня на голову черный чернозем. Я упомянула эти два подсолнуха не случайно, потому что у Мерзликина были свои два подсолнуха. Одно стихотворение «Как подсолнух, окрепший у грядок», другое «Подсолнух», и стихотворения эти знаменательны тем, что подсолнух у Мерзликина становится двойником лирического героя. Если надо было бы написать статью о жизни и творчестве Мерзликина, уместно было бы ее назвать «Подсолнух». Я остановлюсь несколько подробнее на этих обстоятельствах. Одно из двух этих стихотворений, первое, построено на прямом уподоблении лирического героя подсолнуху, задача у которого – поспевать, поспевать, поспевать. Упоение, с которым произрастает этот подсолнух на грядках, как раз знаменовало вот эту молодую, какую-то, может быть, да, молодой азарт Мерзликина, поэта, распространявшийся на все вокруг. Я гляжу упоенно в зенит, не страшна ножевая расправа, если каждая жилка звенит. Широко руки ветки раскину и услышу, что где-то едва громыхнуло, скатилась в долину. Ах, как сладко шумит голова. Ножевая расправа – это неизбежность, но она удалена очень далеко во времени. И поэтому не страшно, да? Сама незрелость героя еще, сосредоточенного не на конце, а на сиюминутном бытие, значима здесь для Мерзликина. Подсолнух старается занять все пространство, и по горизонтали широко руки ветви раскину, и по вертикали я гляжу упоенно в зенит. И для Мерзликина это стихотворение оказалось и осуществилось как вот начало его осмысления, может быть, себя в том, по тем вопросом, что он задал окружающему миру в другом стихотворении «Кто я, что я и зачем?». В стихотворении «Подсолнух» огород у Мерзликина мера времени. Уже в огороде подсохла ботва. И подсолнух включен в заведенный от века ритм природы. Ну, вот как все в огороде произрастает, достигает зрелости, потом
приходит к своему логическому концу. Однако вот этот календарное время или природный календарь не утешает надежды на воскресенье в стихотворении Мерзликина, да, но обостряет чувство уже приглашенного на казнь. И желтый подсолнух на пыльной меже задумался крепко об остром ноже, но не в силах отвесть от бурьяна лицо, он слышит, как скрипнуло тихо крыльцо. Он чует всем телом чужие шаги, но мимо куда-то плывут сапоги. Опять пронесло, и рябой от семян подсолнух склоняется ниже в бурьян. Подсолнух с отяжеленной зрелой, уже не шляпкой, а головой, персонаж, с которым ведет разговор поэт. Не надо, подсолнух, не надо, дружок, успеешь отведать и нож, и мешок. Вот жизнь таким образом в этом стихотворении строится и мыслится как простая и ужасная в своей обыденности и простоте. В грязи догнивая, в осеннюю муть, не раз ты захочешь на солнце взглянуть, подняться, встряхнуться, расправить листы, да, моченьки нету, да, очи пусты. Вот этот конец для Мерзликина действительно мыслится трагическим, потому что связан с утратой зрения. Вот зрение, оптика, острота его, способность видеть и замечать детали окружающего мира – важное свойство его поэтики. И об этом несколько слов я скажу далее. Он никогда и нигде не объявлял о своей приверженности к деталям. О том, насколько деталь важна в творчестве любого писателя, мы прочтем у Чехова. Один писатель видит мастерство другого таким образом. Дальше я цитирую. «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова». Пожалуй, здесь самое важное, здесь вот этот осколок бутылочного стекла, кусочек, который дает возможность воспроизвести в конце концов образ целого. У Мерзликина подобным образом создается картина позднего лета. «Еще береза густогрива, еще кадушка у крыльца стоит с водою для полива, в воде огрызок огурца». Оптика стихотворения такова, что стягивает зрение вот к бесконечно малой величине и еще даже и уменьшенной своей частичностью. Это огрызок огурца. И в картине позднего деревенского лето это имеет большое значение, позволяет как бы воссоздать эту картину целиком. Позднее лето, в огороде еще поливают, поэтому стоит кадушка, да. Однако поливают в основном огурцы, огурцов уже, надо полагать, наелись, поэтому соблазниться и сорвать огурчик можно, но вот не доесть до конца его, но помывши предварительно по сельскому обыкновению в кадушке, бросить тут же. И эта картина ассоциативным образом рождается из одной только детали. Леонид Мерзликин тяготеет к самым простым, бытовым и прозаическим, я бы сказала, деталям. Поэтому его стихи растут как бы не из ссора, но из прозаических и элементарных моментов человеческой жизни. В свое время, пока
был жив Владимир Башунов, он любил очень читать стихи Леонида Мерзликина всякий раз. Я помню, как он читал одну строчечку из большого стихотворения Мерзликина, да, вот: «А за деревней зыблемость лощины и с белую пекарню село». И вот так держал руки, как будто вот эти слова. «И с белую пекарню село». И любовался вот этим образом, разглядывая эту фразу и каждое слово. Действительно, эта деталь очень говорящая. Раньше село от деревни отличалось тем, что там была церковь. Теперь село стало отличаться от деревни, потому что там была пекарня, как правило, белая, далеко видная. Конечно, символ того времени, когда люди решили на некоторое время, как бы позволили себе решить, что человек, наверное, может одним хлебом жить. И надо сказать, что вот этот образ как бы предметный, предметная деталь, она затмевает даже вот эту очевидную какую-то музыку в этих строчках. Зыблемость лощины, да, вот аллитерацию, эти эль, эту нежность, как бы. Ну, зыблемость лощины – это еще один образ. Это понижение, где воздух особым образом дрожит в летний жаркий день. У Мерзликина в этом отношении очень зоркий глаз. Он видит вещи совершенно как бы так и таким образом, как может не видеть его обычный человек, далекий, может быть, от этой жизни и быта. У него есть стихотворение про зимний день, и на задворках у тёлок спины тихо дымят. И когда Мерзликин читал это стихотворение, он вот так вот рукой проводил, как бы ощущая вот собственной ладонью вот этот пар, который поднимается от телушек, живое тепло, которое тут в этот зимний день на задворках продолжает так вот интенсивно функционировать. У него воробей сидит на погнувшихся пряслах, какие-то тряпки висят на заборе, и все это детали, которые говорят о том, что ни одной такой подробности, ни одного элемента, ни один даже самый маленький штрих вот жизни, деревенской жизни вообще, не хочет и не может уйти из поля зрения поэта. Поскольку речь сейчас шла о том, насколько и как поэт работает со словом, о том, насколько ему важна вот эта вот деталь, скажем, в первую очередь предметная, мы еще поговорим о том, каким образом рождается слово и как это осмысленно. Рождение поэтического слова в русской традиции всегда связано с мученичеством и гибелью всерьез, от Пушкина до наших дней. У Мерзликина это казнь, хотя у других поэтов это может быть как бы, да, вот, оперативное вмешательство или может быть высокая болезнь, как у Пастернака. У Мерзликина это всегда готовность идти навстречу казни и принимать ее. «Поклонюсь и скажу без боязни. Я не шут, не мошенник, не вор. Просто я проиграл и для казни, но вострите скорее топор». Содержание этого разговора поэта и властителя мотивировано не социально, а психологически. Как бы такие покорные слова в творчестве Мерзликина не могут скрыть душу непокорных кровей. Вот этот вот мотив непокорных кровей, он очень важен как в его лирике, да, как и в поэмах, которых у него, кстати, набирается, как мы видели, на целый том. И еще одна цитата по этому поводу. «Ты велик, а я слизь, а я червь, а я тать. Не побрезгуй, садись,
повели пировать. Царь, глазами горя, усмехается, врешь. Я гляжу на царя, тихо трогаю нож. Взгляд героя в сторону, да, царя отмечает пространство бунта. И казнь приобретает значение кровавой жертвы, без которой невозможно получение дара творчества и дара вообще всего на свете. В одном из последних стихотворений он будет сожалеть, что ему не удалось подраться в своей жизни за жену ни разу. Там, где дар, в том числе и поэтический, должна по Мерзликину обязательно быть жертва. И эта жертва вот в ряде стихотворений осмысливается как казнь. Об этом я и рассказала в сегодняшней беседе.